симптомах заболевания врачи рекомендуют незамедлительно обращаться за помощью специалистов. В основном обращаются за медицинской помощью с детьми, а взрослые занимаются самолечением. И я хочу именно обратить внимание, что из патогенной микрофлоры у нас в основном сейчас идет, устанавливается диагноз дизентерия зоны. И вот избавиться от нее обычным самолечением практически как бы невозможно, потому что необходимо получить именно то антибиотиколечение, которое необходимо для полного вылечивания. Профилактика подобных заболеваний проста. Это мытые овощи и фрукты, а также чистые руки. Одесская область вторая в Украине по количеству недостроев. Число обманутых инвесторов возросло до 12 тысяч. Об этом рассказал заместитель губернатора Одесской области Валерий Матковский на заседании круглого стола, посвященного проблематике недостроев в регионе. Правда, права этих людей не защищены на законодательном уровне, считает чиновник. Тем не менее, они вкладывают в экономику страны миллионы и обеспечивают рабочими местами строителей. Вот этот